хорошее. Появляется ненависть к свекрухе или ненависть к теще. Это сто процентов проверено. И вот если взять, допустим, все равно преодолеет себя, будет обожать свою тещу, то семья после этого наоборот увеличит доход, сделает так, чтобы там или дети родятся, или еще что-то произойдет. Вообще, знаете, я часто говорю эти слова, и это абсолютная правда. В случае, если в семье мужа начинать натравливать на его маму, то у мужа исчезают заработки. Это всегда работает именно так. Но если муж не любит свою тещу, то ему перестает автоматически нравиться визуально его жена, и он будет искать встречи на стороне. Это энергетическая подоплека. Далее а, человек говорит, многие люди думают так, они думают, что можно выйти замуж или жениться на женщине или мужчине и сделать так, чтобы этот мужчина и женщина там полностью посадил вас на шею свою и открыл ворота перед бесконечным богатством и доходами и счастьем в жизни. Я видел много семей в своей жизни, где очень богатый мужчина садил себе на плечи свою жену, и после этого падал просто и разбивался о скалы невезения. И в жизни было очень плохо, женщина при этом уходила к другому. И после этого точно так же разбивался и тот человек. И в итоге такая женщина, кстати, очень плохо закончила психическим заболеванием. И ребенка забрали сейчас наркоманит. Но женщина в свое время, это не один раз было, это не одна история, это просто почему-то вспомнилась такая история. И вот женщину такую знал, которая имела просто невероятную красоту, невероятно красивая, вечно искала. Мама ее научила а, быть человеком, который выберет себе мужа, неважно не какого, главное было, чтобы был молодым, с хорошей семьей, чтобы можно было сесть на шею и никогда не работать она постоянно находила таких, только первый был молодым, который был из хорошей семьи, ничего не получилось, бизнес развалился, хоть и смогли купить квартиру, но все равно бизнес провалился, она постоянно устраивала истерики. Почему? Она себе поставила планку и считала, благодаря тому, что ее воспитали, так считала, что она достойна и дальше по тексту. Но были и другие в моей жизни истории, когда женщина, в общем-то, и не очень хорошая, как другие говорили. А почему не хорошая? Ну, там, с девочками не гуляла, подруг особо не имела, там училась в институте, институт закончила. И после чего там, мужчина сделал ей предложение, и мужчина без достатков и так далее. Но девушка из хорошей семьи и без высокого дохода. Этот мужчина тоже без высокого дохода. Начинали жить вместе. Теплые отношения родился один ребенок, через несколько лет купили квартиру, сделали отдельно, самостоятельно бизнес небольшой бизнес начал развиваться, потом бизнес увеличился, потом родился еще один ребенок. Она находилась дома, он развивал этот бизнес и так далее. И что-то получилось. В чем же различие? Различие оно находится в том, что ложь и эксплуатация это нехорошо для семейных отношений. Так девушка, которая думает, что она достойна большего, что ей откроются горизонты, что она может сесть на самые жирные плечи самого богатого человека, может добиться успеха, а может и нет. Но почему это происходит, что одни добиваются успеха и находят, а другие не добиваются и не находят? Все связано с, особенной внутренней, с особенным внутренним состоянием души. Одни могут создавать радостные компоненты, а другие живут через претензии. Вот очень часто девушки, которые воспитываются не в очень благополучных семьях, но воспитываются с позиции «ты красивая, все сможешь», они погасят своего мужа. Чем погасят? Потому что одна из особенностей этого, этой жизни, она заключается как раз в том, что все прекрасное с нами происходит в тот момент, когда у нас есть прекрасные чувства, когда у нас есть прекрасные чувства и прекрасные проявленные чувства. Что хотят люди, которые с вами живут? Прекрасных проявленных чувств. Только этого они хотят. Прекрасных проявленных чувств. Весь мир хочет чувств все хотят чувств, но люди, как чувства определяются, они могут быть не только в чувствах, они могут быть и в поступках, и в действиях, а также во внешнем виде. Есть такие люди, у которых постоянное лицо с претензией, прямо нарисовано на лице. Учитесь, учитесь создавать чувства, учитесь на раз, два, три создавать чувства счастливого человека. Конечно, если смотреть на женщину и постоянно лицо скривленное, то никакая женщина не захочет с вами жить, и денег не будет. Если женщина обижается по три недели, какие деньги забудьте о них. Вы мне можете сказать, а, там Андрей, но это же не так. Есть много людей, у которых там скривленные ненавидят и так далее. Не забывайте о том, что каждый человек является ячейкой семьи. И так бывает, что одна звездочка в семье, допустим, которая связана по крови со всеми остальными, может вытянуть всех. Так в одной семье может быть человек, который много чувствует, много радуется, очень счастлив, и у всех, кто с ним связан кровью, может становиться лучше. Я, допустим, человек, который из хорошей семьи, и моя жена из хорошей семьи, и мы когда друг с другом начинали отношения, то у нас сразу же были вот эти чувства. Мы радовались, она дарила мне... Ну, сумасшедшие чувства, потому что она смеялась, потому что ее все радовало. Так вот мы и живем много лет, если грустно поддерживаем, если плохо гладим друг другу ножку, вечером смотрим фильмы, а если ложимся спать, обнимаемся. Каждый создает свои чувства. Но они не такие, что подвинься и лежи так. Тебе нужно, сам возьми. То есть тебе хочется обниматься, не жди, когда тебя обнимут, Под, подойди обними. Тебе же хочется, возьми.